День социального работника появился в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно, в начале третьего тысячелетия после того, как 27 октября 2000 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о Дне социального работника, который лаконично подписывал установить День социального работника и отмечать его 8 июня. Хочу поздравить наши центры, которые занимаются обслуживанием различных категорий граждан у нас. Функционируют три центра, которые центр по комплексный центр социального обслуживания одиноких престарелых и инвалидов, есть центр по обслуживанию несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, есть центр по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Каждый центр своей функции, своей категории граждан, которые обслуживают, работа поставлена на должном уровне. И хотел бы коллектив их поздравить, пожелать им терпения, чтобы они вот так могли в дальнейшем тоже еще лучше обслуживать граждан города. Социальная работа – это совокупность видов деятельности профессиональной и непрофессиональной, служебной и добровольной, по удовлетворению социальных потребностей человека или групп людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И на сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждение социальной защиты и обслуживания населения. В честь празднования этого знаменательного события исполняющий обязанности начальника управления социальной защиты населения Магомед Абдуразаков с работниками посетили на дому ветеранов социальной сферы, тех, кто отработал и отправился в заслуженный отдых. Мы с вами много хорошего прошли. Вот эти четыре центра на сегодняшний день, которые у нас действуют, я знаю, что вы образовали эти центры, разработали положение, структуру, потому что бывший начальник вам поручил это. На сегодняшний день эти центры действуют благодаря вам. Вам здоровья, Римма Шахардиновна, долгих-долгих лет жизни. Спасибо большое. Так неожиданно, очень даже неожиданно. Вам такие красивые цветы. По словам заместителя директора комплексного центра социального обслуживания населения Абузагира Аджиева, на сегодняшний день одним из самых актуальных всегда являлся труд представителей отделения надомного обслуживания. Каждый день на хрупкие плечи социальных работников ложатся серьезные проблемы тысяч людей. Людей, кому просто жизненно необходима помощь социальных работников и их поддержка. День социального работника – это праздник тех людей, которые в силу своей профессии берут на себя проблемы многих людей и по мере своих возможностей пытаются разрешить эти проблемы, тем самым помогая обществу. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».